Анастасия и Диане из детдома выпадает шанс попасть в американскую семью. Им повезло или нет? Социальная драма режиссера Линды Олты выходит на киноэкраны Латвии. О фильме расскажет Юлия Бита. У меня было чувство, что хочу эту часть общества как будто фонариком осветить, потому что, конечно, это дети, оставшиеся без родительской заботы и любви, являются одними из самых уязвимых в нашем обществе. И мне казалось важным поговорить на эту тему. Фильм «Сестры» рассказывает о девочках-подростках. Их удочерила американская семья. Хотя тема тяжелая, по словам режиссера, фильм получился легким и светлым. У меня было ощущение, что нам просто нужно рассказать историю. Я не хочу сказать, что мы не сопереживали. Конечно, нет. Конечно, нас все время трогали эти истории, потому что все эти истории не выдумка, они реальны. И я думаю, что в этом главная сила фильма. На создание фильма ушло более 3 лет. Мы посещали детские дома, встречались с детьми, разговаривали с работниками и с матерями, которые по каким-то причинам оставили своих детей. Из этих кусочков пазла мы собрали эти маленькие истории и создали свою собственную версию. Съемки проходили в Латвии и Италии. Команда интернациональная. Процесс был сложным. Во время съемок началась пандемия COVID-19. Тяжело было, да, но учитывая, что наша главная героиня, она у нас очень такая сильная девочка, да, все прошло хорошо, да, я удивляюсь, потому что могло случиться, в кино такое непредсказуемое искусство, может случиться что угодно, да, там, я не знаю, утром у кого-нибудь голова заболела и вся съемочная площадка встала, да, ну, у нас такого не было, кроме ковида. Главную роль играет Эмма Скирманте, ученица Рижской центральной гуманитарной средней школы. Понятно, что особенно с детьми самое главное – это кастинг, потому что ребенок не может сыграть никого другого, кроме себя самого. Так что нам надо было найти самых подходящих маленьких актеров этим образом. Мне кажется, вот этот нерв, который Линда хотела заложить в этом фильме, он там присутствует. И вот только что мы приехали из Варшавы, я слышал, как во всем кинозале люди плакали, сопереживая происходящему. Сегодня в кинотеатре Splendid Palace прошла премьера фильма, а уже с завтрашнего дня его можно будет посмотреть в кинотеатрах по всей Латвии. Юлия Бита, Андрис Сарма, РУС ЛСМ.